Вот он, тот самый вот этот вот двигатель, который приводит в действие масляный насос, который поднимает аттракцион. То есть, а вращающий двигатель, он ничего с ним не случилось. Директор парка с досадой рассказывает, что один из двух моторов стал причиной сегодняшнего пожара. Когда один из них загорелся, на аттракционе, к счастью, уже никого не было. Смотрите, что происходит в парке Арлекино на аттракционе, в котором мы только что катались. Только остановились и слезли. Смотрите, горит. С аттракциона люди вышли, пошли и сказали, что аттракцион загорелся, задымился и все. Угу. После чего начали все тушить. Много людей было сегодня? Нет. Ну, увидели, что начался гореть и все. И потом уже народ собрался, вызвали пожарную, все. Долго горело? Ну, минут 10-15. Сильно пострадали Белоснежка и гномы. Именно из-за них в небе над Барнаулом было черно от дыма. Администрация парка говорит, что потери аттракциона ощутимо ударят по их карману. Потери, как бы, для нас они существенные. То есть это выход самого топового аттракциона из строя. Вот, как бы, дальше по суммам я вас не могу сориентировать. Сотрудники МЧС предварительной причиной возгорания называют короткое замыкание. Сейчас в парке снимают видео с камер наблюдения, механики устанавливают причины неисправности. На помощь пригласят так называемых авторов механизма. Нарина Миллер, Николай Шилко. День с толком.